о чем нужно постоянно думать, мечтать, очень естественно. И только когда оно уже происходит, о ней можно рассказать. Потому что до этого лучше не говорить, пусть лучше она исполнится. И на данный момент моя самая большая мечта детства исполнилась, потому что я мечтала стать певицей и выступать на большой сцене.